Всем привет! Сегодня я смотрю игрушку под названием «Невероятный Дракула Бакоба Льда», которая вышла 28 ноября 2018 года. То есть почти год этой игре. Стоит она 140 рублей сейчас со скидкой 20%. Что ж, давайте глянем, что это за игра. Казуальный режим. Свободный режим, нормальный режим. Ну давайте... Так, настройки гляну. Так, музычку можно немножко тише сделать, чтобы не перекрикивало меня. Так, звуки можно тише сделать. Ну, настройки минимальные, но, по крайней мере, они есть. И есть русский язык, что тоже плюс. Так, что-то у нас, какая-то карта. Пройденные уровни 0 из 50. То есть тут 50 уровней, да? А где начальный уровень? Вот он. Ну, давайте поиграем первый уровень. Что это за игра, непонятно. Какая-то сюжетка есть. Графика симпатичная. Это еда, она сводит сюда действие в игре. Что дальше делать? Собирать ресурсы. Пока вообще непонятно, о чем игра, что они делают, зачем я это все делаю. Я так понял, что мы должны очистить все вот эти дорожки. Ну, игрушка видно, что детсковатая. Конечно. Похоже на те, что делают для этих, для мобильных устройств. Еще одну косточку. Все, теперь могу сюда в гараж пойти. Что дальше делать? Могу растопить машину тоже. Это типа я пошел уровень. Только две звезды. Ну, ладно. Что дальше? Это второй уровень. Построить лесопилку, разжечь костры 3. Thank you.
I will go. Yeah, my lord. I will go. Не, ну такое себе, знаете. Я думаю, это что-то типа три в ряд, там, поиск предметов. А тут просто кликаешь по предметам и все. Много ума, короче, не надо, чтобы играть в эту игру. Все, я пошел уровень. Да уж. 2 минуты 50 секунд на уровень. Очень простая игра. Думать, можно сказать, почти не надо. Просто кликаем на вещи. Блин, где начало? А вот тут. Ох, играя в эту игру, я понимаю, что у разраба уже заканчивается фантазия. О чем делать игры? Уже просто бегаешь и собираешь вещь. Да, это все красиво нарисовано, но, блин, как же это скучно. Thank you.
Взять тарелку. Окей. I will go. А где взять веревку? Что это такое? Кажется, я в тупике. Okay. Нужна веревка, я не знаю, где ее взять. Отопление к башне подключить. Так, я ж тут починил. Что? Что от меня хотят? Я ж подключил. А, я понял. I will go. Okay. Вот. Получается, я сюда продвинулся. Это 3 уровня из 50. Блин. Наверное, буду завершать. Ну что я скажу. В принципе, это, конечно, все играбельно. Нарисовано красиво. Звуки классные, но, блин, это очень скучная игрушка. Я не знаю, мне кажется, эта игрушка подойдет детям до 7 лет. Наверное. Ну, реально. Очень все... Как бы это сказать, по-детски, никакого насилия, пошлости, ничего такого. Мозг почти использовать не надо, просто собираем всякие предметы на уровне и все. Сначала собираем одни предметы, потом собрал достаточное количество, чиним другие предметы и проходим уровень. Все, вот такая игра. В принципе, я говорю, играть можно. Играбельно все, но довольно скучно. Я не уверен, что эта игрушка стоит своих денег. Но говорю, если брать ребенку, то вполне сгодится, мне кажется, даже за свои деньги. Но вот так вот брать себе, кому-то взрослому, чтобы играть в это, я бы не стал. Но на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.